На выставке представлены аппараты серии «Домашний доктор» Алмак-01-02, Диамак, Унилор и Теплон. Уже 20 лет компания «Еламед» работает на рынке Казахстана, и спрос на оборудование растет с каждым днем. Алмак-01 – это аппарат с бегущим импульсным магнитным полем. Он идет как обезболивающий, снимает отечность, воспалительный процесс и именно восстанавливает с восстанавливающим эффектом. Аналогов этому аппарату нету. Здесь идет лечение более 46 показаний к применению. Остеохондроза, артроза, артриты, неврология, осложнение сахарного диабета, гипертония. Все, что связано с кровообращением, этот аппарат лечит. Аппараты «Еламед» успешно используют многие медицинские учреждения Шымкента. С уникальными приборами торговой марки «Еламед» можно без труда вернуть хорошее самочувствие и сэкономить на лекарствах и походах в поликлинику. К аппаратам теплотерапии относится аппарат «Унилор» для лечения лор-заболеваний и аппарат «Теплон». Он идет широкого спектра лечения. Вот «Унилор» – это аппарат теплотерапии. Он идет для лечения лор-заболеваний, гаймориты, тонзиллиты, фронтиты, отиты, аллергический насморк. И «Теплон» – это аппарат широкого спектра лечения. Здесь, кроме того, что идет как насадки для лечения лор-заболеваний, также идут 4 нагревательные пластины, которые прикладываются любое место, где идет воспалительный процесс. Есть линейки аппаратов «Еламед» и техника для лечения простудных заболеваний и болезней суставов и позвоночника. В связи с празднованием Дня независимости 16 и 17 декабря объявлены выходными, но для удобства жителей города и области выставка-продажа продукции компании «Еламед» продлится до 25 декабря. Приборы компании «Еламед» можно купить в магазине «Медтехника» по адресу проспект Республики 26А, остановка «Электрон». Телефон для справок 56 36 24.